Погрузиться в мир японского искусства предлагают первоуральцы. 11 и 12 ноября в инновационном культурном центре пройдут Дни культуры страны восходящего солнца. В программе мастер-классы, игры и конкурсы. В первый день фестиваля в 17 часов начнутся уроки по каллиграфии, искусству красивого письма, оригами и японскому искусству фехтования. В 18 часов всех киноманов приглашают на просмотр исторической драмы «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви». 12 ноября в 11 часов пройдут мастер-классы по японской технике обертывания вещей и изготовлению шелковых шаров темари, а также практический урок по кюдо, искусству стрельбы из лука. Также все желающие смогут посмотреть семейную комедию «Мамисиба». Чтобы погрузить гостей в атмосферу японской культуры, кинопоказы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.